Видели, что могу с ножом, а? Охренеть, как я выгляжу, вы только посмотрите. Ну, знаешь, к стволу примотай. Дети приехали поиграть в страйкбол. Смотри, это высокопрочная сталь, Санек, смотри. Видел когда-нибудь такое? В общем, суть в том, что в каком-то из тех зданий баба Валя, да? Да не, по-моему, говорил за зданием какое-то. Или Ан, за зданием. Какое-то ее нужно затянуть вот в это здание наверх. Наверх и запустить, блядь. Санек, это выглядит вообще максимально психом. Смотри, да. Зарегол с разных сторон. Сумасшедший такой, знаешь, военный. Ура! Тащи, тащи, тащи! Спасай женщину! Как ты женщину несу? Бабу сюда! Давай! Женщину сюда! Ох, какая ты старая! И не мытая! Жирная корга! Живи! Ну давай! Победа! Господи! Это видео, ребята, вы можете передавать привет своим родителям. Гражданские. Война? Страшно, да? После войны война закончилась, потому что все закончились патроны. Флешбеки какие-нибудь себе мучают вообще по ночам? Вьетнам, вертушки. Главное, что ты живой, Сашка. Тебя ждет дома семья и дети. Оружие смерти, господи. Это выковырили у него из сердца прямо. Он носит с собой это на шее, потому что ну, напоминает ему о страшных временах. Все стреляются с карбинкой. Мы в домике начинаем здесь? Ну-ка, я в домике. Это вообще человек? Давай. По тени, чисто по тени понял. Убит. Старался по ногам. Нормально. Опа. Не-не-не. Там. Стоп, убит! Контрол. А я пойду туда наверх. Пошла!
Блять, я слышал, что он горит. Сколько у них гранат вообще? Да, срака, там не пройти. Охрена я сюда, блядь, лезу. А какая жесть. Ай, блядь. Война. Немцы? Немцы. Сдавайтесь. О, блядь. Вызывай вертушку, солдат. Ах, сука, да, блядь. Ну, надо просто заправить. Короче, не супер весело было сегодня, но башку мне попали под вас.